почему самолеты не летают через северные и южные полюса? Ведь кажется, это так удобно. На самом деле, самолеты гражданской авиации действительно не летают удобно. Все очень просто. На северном и южном полюсе очень слабая озоновая атмосфера. И из-за этого You're calling me crazy now, but you don't understand. I'm calling out to you. Can you hear a thing? 'Cause you lit the match, getting nice to flame. I'm the team, and it's fire. Learning holes inside my way. I feel the fire.